Еще неделю назад синоптики обещали, что в конце мая страну накроет жара, но не накрыла. Столбик термометра с трудом преодолел отметку в плюс 20 и замер в ожидании. Теперь же специалисты утверждают, начало июня будет с пониженным температурным фоном. Весна 2020 оказалась упрямой и никак не хочет отступать. И пока в стране действует предупреждение об опасных метеоусловиях, зонт лучше всегда держать при себе. Ведь неясно, где и когда вас нагонит дождь. Тропические ливни обрушились на юго-запад Китая. Потоки воды размыли местные скоростные автомагистрали и отрезали от цивилизации несколько населенных пунктов. Около 1000 человек эвакуировано. Из-за плохой погоды в Штатах отменили полет SpaceX. В районе космодрома объявили штормовое предупреждение. Запуск перенесли на субботу. Этот пилотируемый космический полет впервые проводит коммерческая компания. При успешной доставке астронавтов на МКС в SpaceX займутся миссиями по освоению Луны и Марса. На завтра в стране синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Капризная погода сохранится и в предстоящие выходные. В Бобруйске в пятницу будет облачно с прояснениями, дожди с грозами, ветер северный порывистый. Температура воздуха ночью 11-13, тепло днем 15-17 градусов. Кристина Ильянс, Максим Галеонко, Бобруйск 360.